Вас приветствует компания «Веселый водовоз». Меня зовут Юлия, и я представляю вашему вниманию занимательную инструкцию по сборке механической помпы. Перед вами вы видите все части механической помпы. Итак, приступим. Соединяем трубку. Далее вставляем трубку в основание помпы. Далее берем кран и также устанавливаем в основание помпы. Затем необходимо снять укупорочную пробку с бутылки. Устанавливаем помпу на горлышко бутылки и закручиваем нашу шайбу. Механическая помпа готова к использованию. Вот и все. С вами была компания «Веселый водовоз», и помни, мы тебя любим.